Здравствуйте! Здравствуйте, Александра! Почему вы сидите одна, задумчиво и в пустом зале? Очень скучаю по нашим концертам. Но у меня для вас есть отличная новость. Ведь новый концертный сезон откроется совсем скоро. А чтобы наши зрители не скучали, я предлагаю познакомить их с новыми артистами. Отличная идея! А еще можно вместе с любимыми слушателями посетить тайные уголки филармонии, органного зала и посмотреть, как устроена концертная жизнь изнутри. Поддерживаю. Тогда мы открываем новую рубрику «Давайте познакомимся».